вы часто сына вспоминаете? Да, прошло очень много лет уже. Сегодня ему было бы 60. Это неожиданный вопрос у меня задали сейчас, я немножко растеряна. Ему было бы сейчас 60 лет. И это было несколько лет тому назад. Я со своим фондом попала, первый раз пришла в больницу, детская педиатрическая больница, где мы шефствуем над этой больницей. Это был удивительный день. Я ходила вместе с группой, там иностранцы были наши, попечители были. Я ходила по этой больнице, и что-то, какая-то тревога вот это была во мне. Я не могла понять, что со мной происходит. Вот этот дом я видела, что я сидела на крыльце этого дома. Я спрашиваю, вдруг я спрашиваю там докторшу одну, я говорю, скажите, пожалуйста, у вас родильный дом, здесь есть корпус? Она говорит, да, вот он, говорит, вот здесь, вот это крыльцо, вот это вход туда, в родильное отделение. Я вдруг поняла, что я на том месте, где умер мой сын. Это больница академическая. Это был день его рождения, как оказалось. Был 11 февраля. Я вспомнила, как я сидела на этом крыльце, держала его на руках, и женщины из родильного дома приносили молоко грудное моему сыну. Он был там неделю, и он умер там. Это в этот день я была первый раз в этой больнице. Вы знаете, такое совпадение, что-то невероятное совершенно. Это место, где это случилось, ушло из моей памяти, как само место. И вдруг вот это меня привело туда, в этот день, в день его рождения. Именно в этот день? Именно в этот день. Это было потрясение, конечно. Для меня огромное. Я очень долго не могла оправиться от этого. Да. Сегодня было бы 60 лет. Тяжелое было время. Что делать? Мне было 18 лет. Голод. Блокада. То есть уже конец блокады. Ну, вот так. Жизнь. Дитя была. Что такое 18 лет? Я когда смотрю сейчас на моих внуков, моему старшему внуку 21 год, Ивану. Ну, Господи, Боже, он же ребенок совсем, а... Я 18 лет уже пережила и прожила столько, так много. И все это пролетело каким-то мгновением. Рождение ребенка, блокада, война, неустроенность жуткая совершенно, смерть моих близких. Ну, другая жизнь, другое время. Не хватает ли мне сына? Наверное, не хватает своего сына, именно своего сына, потому что... Мужчина должен быть рядом. Муж и сын. Ну, вот мне Ростропович заменил мне и сына, и стал моим мужем. Две дочери. Когда я родила вторую дочку, там нянька... Ну, конечно, Ростропович ждал сына, естественно. Да. А нянька сказала, говорит, милая моя, радуйся, что у тебя вторая дочка. Потому что есть у тебя дочка, будет у тебя сын. А будет у тебя сын, не будет у тебя ни сына, ни дочки. Уведет женщина. Так оно и бывает. Сыновей уводит женщина, так же, как вот я в свое время сделала. Увела сына от матери. А дочь все-таки остается. Кого было жалко? Вот вы помните чувство? Кого было жалко? Себя или сына, когда это произошло? Это было отчаяние. Я была девчонками, ну что я понимала в жизни 18 лет, в конце концов, несмотря на эти трудности, ужасы, то, что мы все переживали в военное время. Я была совершенно неопытным человеком, брошенным вот в этот мир. И когда я оказалась, в общем, беспомощна, совершенно беспомощна, ничего нельзя сделать. Когда ничего нельзя сделать, как будто умирает ребенок, и ты ничего не можешь сделать, вот и... Вот кричу, валяюсь на полу, и помогите, да?
И никто ничего не может сделать. Никто. Помощи не приходят в такие моменты. Надо с этим справиться. А вот мы просим, они приходят. А почему не приходят? Вы-то за что были наказаны? А кто знает, что это такое? Наказание или же спасение? Кто-то знает, в конце концов. Бог дает такие вот страдания человеку. А зачем такой ценой? Зачем ценой гибели младенца? Да, не знаю. Ужасно. Я помню, как мы хоронили его, маленькое тельце. Господи, Боже мой. Муж сколотил сам гроб, потому что был 40... Еще война шла, 45-й год, начало. Зима, февраль, март. Вот. Понимаете? Сколотил гроб, обили мы белыми, когда простынь была, обили внутри. Господи, Боже мой. Земля была стылая. Ломом эти мужики долбили землю, она еще была промерзшая вся. Лежит человек, и нету. Выносила в себе носила, да? Нет, все. И ты уничтожен. И молитв, не молиться ты не можешь, сама не знаешь ничего в жизни еще. Не умеешь. Если человеку верующему, опытному приносит облегчение, то девчонке 18 лет, что может принести облегчение? Это отчаяние только. Вот это чувство отчаяния и беспомощности совершенной. И в общем, что ты пришла в этот свет и никому не нужна. Никому не нужна, никто помочь себе не может. Но ведь вы и на маму опереться не могли. Нет, какая мама? Никого? Oh!